Всем привет, это канал PhysicsAI, и мы продолжаем играть Super Five Nights at Freddy's. Посмотрите, тут у нас Бонни горит. Это, наверное, какое-то хэллоуинское обновление. Ладно, надеюсь, оно нам сильно не помешает в прохождении. Континуум, конечно, я же не буду заново начинать. Третья ночь у нас. Ну, хотя, да, пусть будет. Допустим. Это... Тейк-тук. Взял долгий... Enough. Так. Погнали. Я возьму вещи в руки, мои руки сейчас. Типа, я сам все решу, да? Все проблемы. Короче, вы типа бестолочи, я сам все решу. Пройти в офис за Фредди. Оп. Ну, мне туда не надо. Мне надо в офис, да? Хорошо. Типа, ах, вы бестолочи, не можете его убить, а? Вот вы лошары. Ну, пойдем, Фредди, раз ты такой самый тут у нас крутой. Погнали. А ты чё не прыгаешь? А, прыгаешь. Я это просто не на ту кнопку нажимал. Я нажимал вверх. Вперед, то есть В. Еда. Давай. Ты сможешь. Так, ну. Что не закрывает. Лошар. Но не работает что-то. Что-то не работает. Мы возьмем единицу. Делать это. Чего? Чё надо тебе? Поговорить с Голден Фредди? Ну, допустим. Ну, вообще-то, Фредди, когда нападает, он остается там навсегда. Пока не закончится ночь. Так и работает это. Приходится, ну, даже... Даже если он там, получается, приходится мелькать дверью, и в как, ну, чтобы он не напал. И как-то экономить зарядку. Та-та-ра-ра. Ну, пришли. Сейчас поговорим. Так, ты знаешь, что он назад и все. Ну, я был восхищен, если ты мог помочь нам. А, он ничего не делает. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста, можешь ты только... Я сказал нет. Три точки, три точки. Вот и пообщались. Я лучше говорю, лучше поговорю с марионеткой об этом. Хорошо. Пойдем к марионетке. Да, там написано так. Конечно. А что же еще делать? Поговорили. Так. Ты что-то там-то? Что случилось? Ты расстроен, наверное? Ну, это ого. Я чё, Майкл? Он Рифулис
отказывается, типа, говорить обо всем. Я сказал, despite the custom stains. Это вид, вид отказа. Это не вид отказа, что? Ever since ты должен что-то, ты будешь стак. Чего? Хрень какая-то. Просто потому что это день рождения, и он приглашен в ту же Фазберс. Когда ты думал, он почувствовал после того раза. Лево, чё? С дует. Дут. Рисунок, он его. Пур душа. Это не открывает мне этот путь. Закрывает мне этот путь. Не только Apologies. После всего после всего того раза, я думаю, все он делает лучше с чем меньше. Мне жаль. Это идея праздновать день рождения, но он никогда имеет, и он только может cheer up меньше. Маленький. Я handle the торт и подарила, пока ты делал the rest. Я в этом. Что это такое? Иди в форт, дитя ночью, помоги этим в нужде, и ты надеешься очень скоро взять флирт. Взять флирт. О! Душу той аниматроников. После долгих времен детский мир был серым. Идите и найдите торт для счастливых дней. Теперь мне придется искать торт. Ой. Ага, это пошли мини-игры. Так. Информацию дай мне. Фью. Я как бы понимаю, что я могу прыгать. Ой. Боже мой, как он прыгает жестко. Дай информацию прочитать, а? Не дает. Блин, тяжело. Да что ж такое-то? Ты что, с ума сошел? Ну это реально. Нереально, то есть. А как? Я не допрыгнул до того. Может, я могу дважды прыгнуть, а? А, вот что допрыгнул. Как я допрыгнул? А как до того допрыгнуть? Ты что, серьезно? Чё за impossible игра, а? Ну не, ты чё? Он как-то еще может немножко на шариках стоять. Блин, а как ты тут допрыгнуть? Чё за бред? Да ладно тебе, а? Сколько я могу держаться на шарике? Ё-моё. Ай! Я ж хотел... Я ж нажал на пробел, чё ты, а? Да ё-моё. Оп-оп. Да я нажал на пробел!
Что за информация? Блин, что-то вот во ФНАФе были полегче мини-игры. Тут какие-то шарики лагущие слишком. Я на как-то на них могу висеть, и тут предполагается то, что я это знаю, типа, да? Может, хотя бы шарики тогда надо было сделать побольше? Ну почему? Ты же летаешь. Так. Да я прыгнул! Чё, в воздухе не можешь прыгать, что ли, а? Да ё-моё, а? Кто-то висит на шарике, а? Может, он мне поможет как-то, а? Оп. Да что ж такое, а? Тут ты зацепляешься, тут ты не зацепляешься. Ты вообще, блин, не понимаю. Ну как-то... Мне кажется, тут как-то смещен немножко спрайт шариков. Маской, которая держит меня. Да... Да там невозможно допрыгнуть. Ой, боже мой. Не, ну я так сейчас буду играть. Да ё-моё. А там еще дальше есть продолжение, да. То есть это еще не все. Сейчас буду, наверное, за всех аниматроников играть. Да что ж такое, а? Бред какой-то. Так как я прохожу через сквозь шарик-то, а? Ну хотя бы должен удариться об него, что ли? Можно как-то повыше прыгнуть, а? Нет, нельзя. Как я там допрыгну до туда? А на окна можно запрыгивать? А? Нет, нельзя. Да как? Да туда невозможно допрыгнуть. Это невозможно. Ну смотрите, какое огромное расстояние. Даже вот с этой штукой, по которой я хожу, непонятно как. Все равно какая-то тут невидимая платформа, что ли. Чуть-чуть. А может, не надо прыгать? Может, я смогу пройти вот так пешочком? Надо попробовать. Ну-ка. Нет, нельзя. Жалко. А на это окно можно запрыгнуть? Нет, тоже нельзя. Может, ты мне поможешь, чувак? Чё ты висишь-то на шарике? Помогай. О, найдите торт, кусочек для дня рождения. Вот это край был. Что еще тут? Да блин! Что за хрень? Вот край. Да... Почему он не прыгает? Я нажал на пробел! Да он не допрыгнет. Вы что, с ума сошли? Может, он мне как-то поможет, этот чувак? Эй, чувак! Чувак! Кто это вообще такой, а? Вообще, нужен тут, а?
тут разбегаться, шифтовать можно как-нибудь там? Быстрее можно как-нибудь? Может, тут есть ускорение? Какую-нибудь букву? Можно ли тут ускоряться, а? Я не знал, что на самом деле можно было тут разгоняться. На контрол. Контрол. Ну, боже мой, ну кто разгоняется на контроле, а? Офигеть, он как жмет, а? Ну да. Хотя я тоже все равно не допрыгиваю. А, допрыгиваю. Хотя. Эй. Так, надо там помедленнее сейчас. Опа! Так. Опа, тихо. Опа. 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 Да что ж такое, а? Все понятно, ладно. Эй. Блин, тут неудобно управление. Эй. Черт. Ну, разгоняйся, давай. Вот. Тихо. Подожди. Так, оп. Да блин! О, как ты сквозь шар прошел, а? Че ты сквозь шары проходишь, а? Я не понимаю. Хотя бы ударился. А сейчас что было? Он мог бы спокойно встать на него. Ай, блин. Да что он сквозь шары проходит-то, а? Ну давай, разгоняйся. Да пф. Ну. Опа, стой. Вот. И да блин! Ну, разогнаться. Так, давай. Стой, давай. Да что ж такое-то, а? Так. Опа. Да, да что ж такое? Чё я забываю на контрол-то нажать, а? Ай. Опа. Ой. Ой, боже мой. Чё? Чё неправильно-то? Чё? Так. Так, я не понял, я же правильно вниз нажимаю. Вот. Давай, ты сможешь. Есть! Все? Что дальше? Забрать? А, ну все, ладно, нормально. Тортики раздать, хорошо. Так, всем раздам. А, тут никого нет. Так, тебе, мальчика. Чё-то уже забыл про тебя. Так, опа, отлично. И тебе, мальчик. Всем раздал? Кому не раздал? Ну тут все сказали. А, во. Наконец-то. И мангл. Что тебе надо делать? А, просто наверх добраться. А, и несложно. Ну, вроде бы как. Тут же можно ускоряться же, да? Тихо. Так, подожди-ка. Оп. 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 И все. Что сейчас будет-то? Ой, фиолетовый парень! Ай! Ладно, еще раз. Что творит-то? Вот можно как-то... Так. А! И тут можно ускоряться или что? Подожди. Стой, я хочу посмотреть. Так. Контролируйте призраком, право-лево, что-то вверх. А, тут можно как бы настраивать тоже.
Оп. Тихо. Ага. Дальше что? Тихо. Побыстрее. Помедленней. Ух ты ж. Побыстрее. Помедленней. Вот, побыстрее, помедленней. Быстрее! Фак! Да что ж ты будешь делать, а? Да что ж такое? Слышь, ты! Ты чё летаешь тут? Набалдел? Где я вообще? Опа. Полетим побыстрее, может так будет удобней. Не надо. Надо помедленней. Ладно, допустим. Тут можно как-то тормозить. Или просто когда ускоряешься, тормозишь. Нет, когда я вот так просто так лечу, я не могу тормозить. Жалко. Сколько же тут надо лететь, а? Тихо. Уйди. Ой-ой-ой. Есть, успели. Так. Где конец? Да что ж... Да почему? Чё так долго-то, а? Да... Он охренел просто, ты посмотри. Ты видел просто? Он за мной прям летел. Это нечестно. Он что, реально если... Это как-то движется немножко на меня. Мышку уйди. Так. Что происходит-то? А, все. А еще не все, да что ж такое-то, а? Что делать-то? Так, контролировать призраком лево, право. Все? Призраки пришли. Первая часть тортика. Вторая часть тортика. Третья часть тортика. Ой. И четвертая часть тортика. Отлично. Все prepared. Мы можем начать с вечеринкой. Вот и все пришли. Аниматроники вообще такие красивые, нарисованы так. Мы... Препарет. Препарет же готов. Мы готовили что-то для тебя. Ты благодаришь следит нас, чё? Куда он ушел? За тортиком. Сейчас все подойдут. О, а Фокси прибежал аж. Ну. С днем рождения, Майкл. Вечеринка для меня, но... это было странно для нас. Блэйм... Чё, блэйм тебя? Всего... тогда... Happened назад, then. И нам... нравится... Формали оплузы.
А можем ли мы быть друзьями снова? Спасибо. Тебе лучше вернуться в обратное состояние. Это сейчас 6 часов будет. До завтра. Ну вот. А четвертую ночь мы уже, наверное, в следующей серии сыгранем. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК, там вы можете предлагать свои игры для прохождения. Что-то они уже там болтают. Всем пока!